Ну, хочется поздравить киришан, болельщиков, руководство нашего предприятия, мам, пап, всех родственников с победой, потому что команда КНФ прошла успешно второй тур чемпионата страны, обыграв всех на туре. Чем хочется и поздравить и девчонок, конечно же, это их труд, работа. А вообще, по игре, конечно, всегда тяжело и сложно играть с командой «Уралочка», потому что одна из сильнейших команд, я бы сказал, в Европе, а не только в России, это одна из сильнейших команд в Европе. И вообще здесь все команды собрались, которые палец в рот не клади, потому что сюрприз преподнесла и команда Дианы, обыграв в натуре московский «Скиф». Поэтому от игры к игре всегда очень сложно выходить и играть против этих команд. За что им огромное спасибо. Потому что грядут соревнования Кубка Европейских чемпионов, где будет намного сложнее и тяжелее. Поэтому такие игры, они только украшают чемпионат. Я считаю, что мы сегодня и тактически выглядели на голову сильнее, и, я считаю, и физически. Возвращение игрока правокрайнего подвижного нападающего с края преподнесло, конечно же, новизну. То есть и очень приятно то, что с ее возвращением все-таки конкуренция среди игроков увеличилась. Вот это здорово.